Всем привет! Сегодня будем рисовать вот такой вот натюрморт, только теплыми красками. В этой работе я использую оттенки желтые, красные, коричневые, зеленый и немножко белил. Для начала на листе бумаги формата А3 я намечаю вазу, стол и примерное расположение цветов. Далее я беру большую кисть и начинаю прорабатывать фон. Фон у меня светлый, охристый, кое-где потемнее, кое-где посветлее. Место, где будут цветы, я также закрашиваю. Далее я поверх просто напишу цветы более пастозно. Закрашиваем фон, намечаем общий тон и цвет. Стол я рисую оранжевым, такой красно-оранжевый цвет я подобрала для этого. В дальнейшем появится какой-то орнамент на стене и на столе. Сейчас сразу намечаем основные большие пятна цветов, где они у вас будут располагаться. Можете придумать какие-то другие свои цветы, только обязательно, чтобы они были в теплой гамме. Ваза у меня будет более такая коричневая, уже немножко тень я добавила, чтобы объем показать у этой вазы. Для цветов также я буду использовать зеленую краску, потому что она тоже теплой является. Ну а пока, друзья, я поставлю вам музыку, чтобы вы могли спокойно досмотреть это видео. И я надеюсь, что вы оставите какие-то свои комментарии, подпишитесь на мой канал и будете следить за моими работами далее. Всем счастливо, пока-пока!